шар зонд. Вот недалеко от Таллина, в сторону Харкова, там как раз таки Даутский лайок, когда ехать, там огромный шар, это зонд. Бороться за выбор языка обучения становится небезопасно. Пример тому – ежегодник Департамента полиции и безопасности, где фигурируют имена политиков, попавших на его страницы как неблагонадежные, именно за то, что они выступали за соблюдение Конституции, которая гарантирует право выбора языка обучения в школе. Причем определяют эту норму не чиновники, не руководство школы, а попечительский совет, где большинство мест за родителями. Но пристальное внимание полиции безопасности к теме русских школ не испугало тех, кто искренне уверен в сохранении обучения на родном языке в интересах всей Эстонии, а не только ее русскоязычных жителей. Незадолго до смерти мне довелось говорить с Петром Крейсбергом. И Петр буквально так сказал, что если Эстония потеряет русский язык, то это огромная потеря не только интеллектуальная, не только культурная, но и экономическая. В этой связи я вижу совершенно однозначно необходимость сохранения русской школы. Я вижу, что сохранение этой русской школы отвечает, я бы сказал, основным канонам Конституции. Если кто-то считает, что это некая антигосударственная политика, тот просто не знает ни Конституции, не знает Декларации прав человека. Люди решили собраться. И необходимо собраться для того, чтобы хотя бы самим себе и другим окружающим показать, что люди умеют добиваться своих желаний и умеют выставлять свои требования. Поэтому смысл есть. И чем больше придет на подобные мероприятия, в частности 30 числа, людей, которые хотели бы изменить жизнь к лучшему, хотя бы для своей социальной группы, это принесет большую пользу. Я даже все время думаю о том, а вот если потребуется 20 акций, мы выдержим это или нет? Скажем себе, выдержим, но уже будет 30, пойдем 30 акций сделаем. Но пока мы все-таки люди должны каким-то образом прояснить для себя, те, кто вершат вот этими судьбами, какие-то передумывают эти нелепые совершенно законы, что любой человек, живущий на своей территории, может и им обязан иметь свою основу, свои корни, которые питали его уже со дня появления на этот свет. 30%, я думаю, населения у нас русскоговорящая, то есть родным языком или языком домашнего общения является русский. И это нужно рассматривать, мне кажется, не как обузу, от которой нужно избавиться, а как потенциал, действительно. Потому что терять то, что в Эстонии было вот знание русского языка, это было бы очень плохо для молодых людей, для будущего, для бизнеса с Россией, и не только с Россией, с другими государствами, даже Украина, Белоруссия, Центральная Азия и так далее, и Кавказ в том числе. Митинг, запланированный на 17 часов в среду, 30 мая, пройдет у здания парламента. Объединение «Русская школа» подчеркивает, что это отнюдь несимметричный ответ на пикет против Михаила Кылварта, которого организатор акции 7 мая пытался обвинить в политике русификации. Правда, на ту акцию пришел он один. Сторонников же поддержки конституционного права обучения на родном языке много больше. Уже сейчас под петицией в защиту этого права подписались 30 тысяч человек. И если даже десятая часть их придет, чтобы личным участием продемонстрировать свое отношение, не заметить такого волеизъявления будет просто невозможно. А 1 июня подписные листы будут переданы президенту, правительству и министру образования и науки. Наталья Малиус, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.